Наш регион продолжает находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. 7 июня в Сарове утром ясно, плюс 7. Днем возможны осадки, воздух прогреется до 15 градусов тепла. Вечером облачно с прояснениями, плюс 8. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями. Утром плюс 8, днем велика вероятность дождя, плюс 14. Ночью плюс 7. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В столице переменная облачность. Утром плюс 7, днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов тепла. Ночью плюс 9. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна. Редактор